Но и пяди своего не отдадим. Вот. Знаки поставят обратно. Почему? Потому что они там должны быть. Если на территории Дагестана стоит знак Республика Дагестан, Хасавюртовский район, допустим, или житель Чеченской Республики не имеет права, так скажем, самовольничать он. То же самое, если знак стоит на территории Чеченской Республики, обозначает, что это территория Чеченской Республики, район, то никто, ни я, ни никто не имеет права. Вот как убрали, так и поставят. Надо учить историю.